этих соревнованиях я плыву 50 метров брасом, 200 метров комплексным плаванием, 1500 метров вольным стилем и 200 комплекс. За 11 лет плавания я достигла мастера спорта и являюсь многократной призеркой международных и республиканских соревнований. Конечно, в жизни каждого спортсмена бывают какие-либо трудности, тяжести, и у всех были периоды, когда хочется бросить. Но в такие моменты нужно собираться и понимать, что это просто такой период жизни, этап в жизни, и нужно собираться и работать дальше. Удостоверение мастера спорта и призом как одной из лучших спортсменок Бельгии. В дальнейшем мои планы улучшать и показывать то, на что я способна, и доказать всем, что тот этап, на котором я являюсь сейчас, не является моим высшим показателем. Данный вид спорта для меня является уже как жизнь. И своих 17 лет, 11 лет я посвятила этому виду спорта, поэтому очень хочется связать свою жизнь с этим.